Всем привет, и мы продолжаем прохождение мобильной игры «Черепашки Ниндзя Мутантное Безумие». И сегодня мы будем продолжать играть со стаями от подписчиков, прокачивать героев и, конечно же, пытаться открывать новых персонажей. И первая написала подписчица с ником Лина Потомская. Она попросила, чтобы я взял и прокачал Донни, Бакстер Муху, Кейси, Эйприл и Рокзара. И взял ее состав. Итак, друзья, давайте-ка, наверное, начнем с прокачки героев. Ну а потом уже вот возьму состав. Итак, Донателло сейчас у нас на 75 уровне. Вот давайте-ка, друзья, я его докачаю до 80-го. И, возможно, даже было бы неплохо прокачать его до 85-го. Ну, пока давайте-ка я остановлюсь на этом. Вот. И дальше прокачаю следующего героя. Итак, друзья, следующий герой, который нуждается в прокачке, это Бакстер Муха. Давайте-ка посмотрим, что с ним. Он тоже на 75 уровне. И я его докачиваю до 80-го. Отлично. Дальше мне нужен Кейси Джонс. Вот, отлично. Он на 70 уровне. Вот я его докачиваю. Качевый до 75-го, у него появляется вот новый улучшенный скилл. Это удар плюшкой. Вот 75-й уровень, друзья, я считаю, это маловато. Давайте-ка я его докачаю до 80-го. Здорово. Ну что ж, неплохо. Кроме того, по-моему, подписчица попросила, чтобы я прокачал Эйприл и Рокзара. Да. Вот, ну что ж, друзья, давайте-ка докачаем Эйприл тоже до 80 уровня. Возьмем на 75-м новый скилл. Итак, друзья, улучшенный микрофон. То есть, я так понимаю, будет лучше бафать, будет лучше улучшать наших героев, налаживать на них положительных эффектов. Кроме того, есть возможность еще усилить ее камеру. Давайте-ка я это сделаем и докачаем Эйприл все-таки до 80 уровня. Думаю, так будет здорово. И да, смотрите, как круто возросла ее сила. Ну что ж, чудесно. И осталось, друзья, только докачать Рокзара, если я не ошибаюсь. Да, вот, друзья, надо еще докачать Рокзара. Правда, он уже довольно-таки крут. Смотрите, он 85 уровня. Ну, давайте-ка я его докачаю до 90. Думаю, этого будет достаточно. Ну что ж, вперед. А сейчас давайте-ка попробуем потестить команду, состав от нашей подписчицы. И надеюсь, что он окажется крутым, интересным и забавным. Итак, друзья, я так понял, что подписчица попросила, чтобы я взял тех же героев, которых мы прокачали. Что ж, давайте-ка мы это сейчас возьмем. Итак, высаживаю предыдущих бойцов и выбираю. Итак, Донни, Бакстер Муха, Эйприл Анил, Кейси Джонс и еще нужен Рокзар. Итак, сила нашего отряда 9807 единиц. Друзья, и я не уверен, хватит ли у нас сил победить, уничтожить врагов. Ну, давайте-ка рискнем и посмотрим. Итак, бой. Битва начинается. Вот, наши герои наносят неплохий урон. Главное накопить энергию для суперударов. Да, есть. Итак, Донни использовал взрывчатку. Вот, но не прошло оглушение. Рокзар и Кейси Джонс тоже наносят свои суперудары. Бакстер Муха подстреливает врага из лазерного пистолета. Ой-ой-ой, друзья. Итак, здоровье. Донни уже очень круто просело. Сейчас он, скорее всего, погибнет, как и Кейси Джонс. Но и враги погибают. Осталось всего двое противников. Неужели это будет победа? Итак, не, к сожалению, друзья, потеряли Бакстера Муху, но у врагов остался последний герой. Вот теряем Кейси Джонса. Вот, надеюсь, что общими усилиями все-таки удастся добить вот этого противника. И да, друзья, мы потеряли и Рокзара. Выживает только Эйприл и Донни. У них здоровье тоже на грани, но сейчас все-таки надежда, что мы победим. И да, да, победа. Победа. Ну, буквально герой вырывает победу. Вот, ну, просто супер. Итак, отличнейший бой, отличнейшая победа, и мы идем с вами дальше. Итак, да, целая куча наград за достижение. Это синие кубы, вот еще синие кубы и еще синие кубы. Ну, просто супер. Вот целая цепочка наград. Отлично. Кроме того, давайте-ка посмотрим, что за дополнительная награда нас ожидает. Вот по сценарию это 100 кубов. Ну что ж, тоже приятно. Кроме того, друзья, к сожалению, было от вас мало отзывов в комментариях вот относительно того, стоит ли покупать нового персонажа, вот этого вот Зака. Поэтому, друзья, вот если сегодня ничего интересного не выпадет, я все-таки, наверное, куплю этого героя, ну, чтобы посмотреть, потестить. Ну а сейчас давайте-ка отправимся в следующую битву следующим составом от наших подписчиков. Итак... Ага, друзья, у нас босс Мандагека.
Ну что ж, ничего страшного. Сейчас, я думаю, мы соберем состав и попробуем прокачать. Итак, следующий подписчик попросил, чтобы я прокачал Рафа до 100 левела. Это подписчик с ником ФБ Фебер. Не хватит. К сожалению, друзья, ждущие, потратил ингредиенты на прокачку героя Лины Потомского и не хватит. Вот, Free Fire поиграем позже. Ну а сейчас состав от Илмаз Шафикова. Состав Сплинтер, Мандагека, Рафаэль, Леонардо и Кейси Джонс. Ну, в принципе, друзья, наверное, давайте-ка все-таки я немножко усилю, прокачаю Рафа по возможности. Вот, пока хватит ингредиентов. Причем, вот я вижу бонусный сундук. Давайте-ка я открою. Вот, и не факт, что мне удастся вот выиграть в следующей битве. Но по возможности я Рафа все-таки прокачаю. Так, Рафа сейчас у меня на 90 уровне. Но, смотрите, сейчас для поднятия на новый уровень сколько нужно тысяч мутагену. Ну вот, только на 2 уровня хватило. Это все, что удалось сделать, к сожалению. А герой классный. Раф крутой, Раф прикольный. Но, к сожалению, это все, что пока мне удалось сделать. Ну что ж, друзья. Итак, давайте-ка попробуем взять для битвы с боссом вот состав от подписчика. Кстати, я думаю, возможно, было... Ох, 17 тысяч, друзья. 17 тысяч сила вражеского отряда. И это просто жесть. Наверное, друзья, давайте-ка сделаем по-другому. Я сейчас попробую вот открыть нового персонажа, либо улучшить, вот открыть 7 синих кубов, и тогда, возможно, выпадет какое-то улучшение для Рафа, либо для команды от нашего подписчика, и тогда мы сможем победить. Итак, открываю 1000 синих кубов, и да, улучшение для Рафа на 16 единиц. Ну, просто супер. Итак, плюс 25 синих кубов, бонусная награда. Итак, еще открываем и улучшение для Микеланджело на 12 единиц. Плюс бонусная награда 25 синих кубов. Здорово. Итак, еще открытие и 15 очков для Супер Ирмы. Ну, просто чудесно. Вот, еще открываем 1000 кубов. И здесь улучшение для Лео на 12 единиц. Плюс 25 синих кубов. Отлично. Итак, продолжаем открывать. На сей раз 16 единиц улучшаем Учителя Сплинтера. И надеюсь, что еще что-то интересное выпадет. Да, улучшение для Микки, правда, только на 11 единиц. Вот последнее улучшение, это улучшение для Кейси Джонса на 15 единиц. Плюс 25 синих кубов. Ну а сейчас, друзья, самое интересное. Вот выпадет улучшение героя на 3 звездочки. Кто же это попадется? И это Бакстер Муха. Вот это, конечно же, здорово. Но если бы выпал Раф, это было бы намного лучше. Ну что ж, друзья, что сумел, то я прокачал. Ну а сейчас давайте-ка отправимся в бой с составом от подписчика. И я надеюсь, это нам поможет победить. А, кстати, у нас еще одно достижение. Вот очередные 200 кубов. Ну что ж, итак, высаживаем предыдущих героев и попробуем собрать состав от подписчика. И причем, друзья, надеюсь, что этот состав победит в битве. Итак, кого же попросил взять подписчик? Вот, Илмаз Шафыков. Это Сплинтер, Мандагека, Рафаэль, Леонардо и Кейси Джон. Ну, давайте-ка, друзья, я в таком составе попробую и собрать. Итак, Сплинтер, Мандагека. Где-то он спрятался. Мандагека. Вот. Раф. Вот, и кто там еще? И кто там еще у нас? Сплинтер, Мандагека, Раф, Леонардо и Кейси Джонс. Ага, Леонардо и Кейси Джонс. Лео, дружище, ты где? Ты нам нужен в этой битве. Вот он, Лео, а Кейси Джонса что-то я, друзья, потерял. Ну, сейчас мы его найдем. Итак, Кейси, вот он. Итак, сила от нашего отряда 12106 единиц, у врагов 17544, и это жесть. Это жесть, если мы вытянем, то это будет очень тяжело. Итак, накапливаем энергию, отлично. Сплинтер усиливает, подлечивает наших героев. Мандагека, прорывая свой столб, снимает часть здоровья. Вот Кейси Джонс пытается оглушить босса, Мандагека не получается. А что же Раф? Да, вот Раф проскользил сквозь вражескую толпу, снял часть здоровья. Лео наносит рубящий удар. Но, к сожалению, друзья, мы теряем Учителя Сплинтера. Его выбивают враги. Вот Мандагека пытается тоже что-то сделать. Ну давай-ка, дружище, только надежда, что ты сумеешь нанести повреждение. Вот слабовато.
слабоват. Итак, еще один супер удар от Рафа снимает часть здоровья. Вот, ну врагов еще очень много. Врагов четверо, как и наши герои. Постепенно наши герои снижают здоровье босса, друзья. И мы теряем Лео. Мы теряем Мандагека. Остается только Раф с Кейси Джонса. И здоровье Кейси Джонса уже тоже в красной зоне. И он погибает. Остается только один Раф. И я не знаю, друзья, как он, бедняга, справляется с тремя врагами. Но смотрите, как круто держится. Вот просто-просто в шоке, вот теряет часть жизни, но сейчас он добьет, вот должен сейчас добить вражеского току и должен добить слэша. Да, да, ничего себе, как круто. Вот, друзья, все-таки здорово, что мы усилили вот Рафа на 2 уровня. У нас есть шанс победить, хотя очень маленький, вот очень на грани все идет, смотрите. Крутой босс Мандагека. Ну, буквально чуть-чуть, друзья, буквально чуть-чуть не хватило. Скорее всего, вот мы погибнем. Итак, ну давай-ка, Драф, вытягивай, вытягивай. Нет, не получилось, друзья. К сожалению, не хватило чуть-чуть. Вот не сумели мы добить и победить этого босса. Обидно, досадно, но ладно. Что ж, друзья, и такое вот случается. Тем не менее, давайте-ка мы попробуем взять следующий состав, возможно, он окажется лучше и сумеем побить босса. И да, если состав будет проигрышный, я возьму либо вот на этажи, вот пойдем дальше по этажах, либо попробуем PvP-арену сражение с другими игроками. Ну что ж, давайте-ка посмотрим, кто там из подписчиков ставил свой состав. Итак, Token Кобей попросил состав Мандагека, Раф, Лео Слэш, Лягушка с топором. Друзья, не уверен. Не уверен относительно этого состава. Ну, давайте-ка я посмотрю, что делается. Вот если он окажется слабее, чем предыдущий, я возьму либо на PvP, либо на турнир. Итак. Мадагека подписчик попросил оставить. Вот, за Рафа не уверен. Лео там был точно. Итак, Мандагека, Лео. Итак, кого-то им еще попросил подписчик. Итак, Раф, Лео, Слэш, Лягушка с топором. Раф, Лео, Лягушка с топором. Это Чингис. Вот, кто не в курсе, вот он. И, по-моему, Кейси Джонс там был или кто там был. Итак, Мандагека, Раф, Лео, Слэш. Ага, Слэш, друзья, прошу прощения, Слэш. Итак, 11 тысяч сила отряда, не уверен. Скорее всего, мы здесь погибнем. Ну, давайте-ка дадим этому отряду шанс посмотреть. И да, возможно, кто-то из подписчиков дальше оставил лучший состав. Вон, Монализа, Кейси Джонс, купи Зака. Ага, Максим Калаев все-таки попросил, чтобы я купил Зака. Ну, давайте-ка, друзья, все-таки потестим. Потестим этот отряд. Возможно, комбинация супер ударов нам поможет. Итак, да, кстати, у Чингиза удар топора оглушает врага, поэтому есть шанс, что все-таки удастся вот победить и выбить монстров. Итак, накапливаем силы, вот наносим рубящие удары. Лео пытается оглушать врагов. Ну давай, дружище, итак, в наш слэш прорывается через защиту, снижает часть вражеской защиты. К сожалению, друзья, потеряли Чингиза. Вот достается и другим героям, и скорее всего сейчас погибнет и Лео. Вот враг неплохо держит удар. Вот, ну давай-ка, дружище, давай-ка, да, добиваем разгара, последний удар. Сейчас противник будет повержен, есть. Итак, у врагов осталось всего двое героев, но и мы потеряли и слэша. Остается только вот Мандагека с Рафом, я в шоке. Итак, теряем Рафа, остается только Мандагека. Ну и как, друзья, я подозревал, вот мы здесь проигрываем. А жаль. Итак, бой оказался даже хуже, чем я предполагал, друзья. К сожалению, погибаем. Итак, дальше, к сожалению, я вынужден брать героев на другие миссии, либо PvP-арену, либо на турнир, либо это будут самые сильные бойцы. Ну что ж, давайте-ка я пока попробую взять следующую команду. Итак, давайте-ка, друзья, попробуем взять команду от подписчика, это у нас Муслим Калаев. Вот прокачай Монолизу, Кейси Джонса и купи Зека. К сожалению, ну я попробую, что сейчас относительно Монолизы, но скорее всего прокачка невозможна.
Вот мало ингредиентов, хотя она на 75 уровне, возможно, на уровне еще хватит, чтобы усилить. Да, на уровень хватит, но это все, что удалось сделать. Ну и давайте-ка, друзья, я все-таки куплю героя. Вот выполню просьбу от подписчиков, и сейчас у нас появится Зак. Новый персонаж. Итак, покупка героя. И как же он будет выглядеть? Да, друзья. Итак, представляю вам нового героя Зака. Ну, выглядит прикольно. Вот такой вот забавный автомат. Рассмотрим с разных сторон. Нажмем, чтобы посмотреть, что он делает. Ну, просто катается на серферной доске. Плюс бонусные награды. 25 фиолетовых, 200 синих и 1000 зеленых кубов. Ага, плюс целая куча мутагена. Кстати, мутаген мы можем использовать. Можем его прокачать. Давайте-ка я попробую это сейчас и сделать. По-моему, друзья, здесь нужно заходить вот сюда. Вот сюда. И сейчас отсюда мы попробуем взять бонусный мутаген. Да, вот 66 тысяч плюс бонусный металлолом. Отлично. Ну что ж, теперь я могу немножко усилить кого-то из наших героев. Но, наверное, все-таки я пойду по сценарию, по просьбам от подписчиков. Дальше попробую прокачать героя. Итак, Евгения Свиридова попросила состав. Итак, мобильные игры. Меня зовут Кирилл Свиридов, мод состав Мандагека, Шреддер, классический Сплинтер, Крен классический и Слэш. Ну давайте, друзья, попробуем. Итак, Мандагека, Шреддер, классический Сплинтер. Попробуем. Ну давайте, друзья, я пока попробую набрать, посмотреть силу отряда. Вот если нет, пойдем на этажи. Итак, Мандагека лишь оставляю, других убираю. Вот и попробуем составить этот состав от подписчика и попробуем все-таки вытянуть победу. По-моему, там был Шреддер классический и там, по-моему, был Крен классический. Вот если будет меньше не 11 тысяч, нету смысла даже идти. Итак, Кирилл Свиридов, состав Мандагека, Шреддер классический, Сплинтер, Крен и Слэш. Крен и Слэш. По-моему, друзья... Итак, что-то я запутался, прошу прощения. Итак, Мандагека, Шреддер классический, Сплинтер, Крэнк и Слэш. А, Сплинтера. Сплинтер. Где-то здесь. Итак, 11 тысяч, друзья, не вытянем. К сожалению, не вытянем. Я бы хотел бы пойти этим отрядом против босса, но просто не вытянем. Поэтому давайте-ка я пойду либо на этажи, либо на PvP-арену. Давайте, наверное, все-таки пойду на PvP-арену. Здесь намного круче сражения, довольно-таки крутые враги. Хотя, смотрите, здесь тоже все очень непросто. Вот. И опять же, сила вражеского отряда 16271 единица. Опять же, не факт, что вытяну. Вот, скорее всего, тоже не вытяну. Поэтому давайте, наверное, все-таки я пойду на этажи. А вот попробую зачистить вот 43 этаж составом от подписчика. Итак, высаживаем героем и попробую по памяти собрать состав. Кстати, Сплинтер там был. Вот, Крен классический был. Вот, отлично. Итак, мне осталось добавить только Слэша. Мне осталось добавить Мандагека. И пятый герой это у нас... Вот пятого героя не запомнил. Итак, Мандагека, Шреддер классический, Сплинтер, Крен классический и Слэш. Ага, Шреддер классический. Ну вот. Итак, это уже совсем другое дело. Вот этот вражеский отряд мы без проблем запинаем. И сейчас продвинемся на следующий этаж вот шестого канала. И получим кучу бонусов. Итак, без проблем, как видите, наш отряд уничтожает врагов. Вот, довольно-таки неплохо. Итак, своим супер ударом Мандагека пытается допинать очередного противника. Ну и вот отличнейшая победа. Супер, ну что ж, все идет здорово. Кстати, друзья, мы играем уже практически 20 минут. Вот, поэтому давайте-ка я, наверное, возьму еще 1-2 состава. И на этом уже будем заканчивать видео. Не хочу затягивать, не утомлять ни вас, ни себя. Итак, давайте-ка посмотрим, кто там еще из подписчиков оставил свой состав. Итак, подписчик с ником Лузган попросил состав Тока, Мандагека, Шреддер, Наполеон и Рей. Кстати, по-моему, это очень мощный состав. Сейчас я его попробую собрать все-таки против босса. И надеюсь, вот все-таки мы попробуем допинать и уничтожить этого противника. Итак,
Вот, кстати, Мадагека можно было не снимать, но уже снял, так снял. Итак, Тока, самый сильный мой герой. Вот надеюсь, что он нам поможет. Дальше мне нужен Мадагека, Шреддер, Наполеон и Рей. Шреддер, где там Мадагека, Наполеон. А где Рей? Рей. Итак, 13 тысяч сила отряда. Вот, есть шанс победить. Вот это уже есть шанс победить. Ну, давайте-ка рискнем. Пошла вот Месилова. Пошел довольно-таки неплохой замес. Вот, удалось Токи и Рэй использовать свои суперудары. Отлично. Плюс Шреддер и Мадагека тоже снижают силы и здоровье вражеского отряда. Вот, кстати, рубит своим хлыстом Наполеон. Вот, оглушая противника. Вот все пока идет неплохо, но здоровье Шреддера, конечно же, начало здорово проседать. И, скорее всего, это будет первая потеря. Но нам уже удалось вырубить одного из врагов. Вот, то есть преимущество уже на нашей стороне. 5 против 4, но, к сожалению, друзья, мы потеряли Рея. Но у врагов осталось всего 2 героев. Отлично. Итак, еще несколько ударов будет выбит Рокзар и Тока. Вот, надеюсь, нам поможет. А, друзья, вот босс не подсвечивается. У врагов 3 героев. И у нас 3 героев. Уже 2. Я в шоке. Итак, друзья, теряем героев. Нужно добивать Рокзара. Вот тогда останется только босс. Есть. Итак, друзья, у нас остался Тока и Мадагека. У врагов только босс Мадагека. Отлично. Еще несколько подобных ударов, и босс будет повержен. Ну, давайте-ка, ребята. Итак, Мадагека с Токой собрались и наносят смертельные удары. Последний удар и победа. Ну что ж, просто супер. И да, друзья, мы открыли страницу комикса. Вот, итак, черепашки плюс Эйприл. Вот, и что же дальше? Ага, они увидели Мадагека. Вот, ага, итак, Микеланджело вот нападает на Мадагека и выбивает противника. Не понял, а почему они все лежат? Вот, походу, Мадагека их всех вырубил. Ну, походу, как-то так. Что ж, друзья, сегодня я на этом уже с вами буду прощаться. Всем пока-пока. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, ожидайте новых серий. Пишите в отзывах, в комментариях, понравилось ли вам сегодняшнее видео. Как вам новый герой Зак? Понравился или нет? Стоит ли его прокачивать? Ну и опять же, кого из героев вы хотите, чтобы я усиливал в следующем видео? Я буду стараться действовать согласно ваших отзывов и комментариев. Также пишите свои составы. Опять же, буду стараться вот выбирать их согласно ваших отзывов в комментариях. Ну и, конечно, чтобы не пропустить ни одну серию, нажимайте в правом верхнем углу на колокольчик возле кнопки подписка, и к вам будут приходить уведомления о новых видео. Всем пока, друзья, до новых встреч!